Привет, друзья, с вами Кердекс, и сегодня мы продолжаем играть в RimWorld. Итак, у нас ситуация как раз предрейдовая. Сейчас мы посмотрим вообще, что нам ждать. Они атакуют сразу. Так, ну кто хоть, покажите. Кто хоть нас атакует-то? Так, это ближнего боя, ребята. Если я не ошибаюсь. Да, с мечами. Так, это заточка из урана. Ни хрена себе у тебя заточка. Так, и все, конечно же, со щитами. Ах, ну, давайте. Я, конечно, не уверен, что они прям не дойдут к нам. Поэтому на всяк пожарный я лучше выставлю. Так, ты вообще возьми... Нет, не дробовик. Стоп. А, это Тосма. Зосма, Тросма. Я не помню, как его называют. Так. Возьми лучше древнюю винтовку. Так, подождите, вы куда все побежали? Бен сюда. Леди сюда. Ты сюда. Так, вы тут бегаете дальше. Генка. Без тебя вообще никак. Гора. Ну, ты сомнительный, конечно, боец, но у нас вариантов нет. Так, вы тоже где-то тут прикантуетесь. Всех собрали вроде бы. Так, драчуна только не берем, потому что он такой себе парень. Ближний у нас. Так, давайте. Подходим. Все по местам. Итак, собаки. Собаки вообще давайте в этот... В норку, так сказать. Итак, они идут. В смысле они обошли ловушки? В смысле? Так нечестно. Эй, ну эй. Так, двоих сложили. Троих сложили. И этот не убежал. Так, тот, по-моему, долбится в дверь. Или мне кажется. Накажите. Серьезно, мы своих коцаем, да? Отойдите отсюда. Отойдите, говорю, убогие. Да ладно, мы убили своего. Боже, ребята, вы что, издеваетесь? Еще и спарки убили. Ох, вы стрелки, блин, хреновы. Боже. Тут кто еще сдох? Клен... А, это не наш, отлично. Так, кто у нас там самый шустрый? Нет, не догонят, классно. Вообще, супер, одного потеряли, куча коцаных. И при этом взамен мы получаем только шмотки и оружие. Ясно, понятно. Так, нет, не дверь. Все, это все собирайте. Но с ловушками нас жестко обманули, как так? Почему они взяли и обошли? Нечестно. Ладно, у меня есть еще... Город, ты что стоишь? Иди давай. Кто-то лечить же должен эту всю брашку. Так, нужно лечение. Кто там? Блин, своих простреляли. Это, конечно, нехорошо было. Честно, это было нехорошо. Так, все их добро тогда собираем. Это вам, да. К сожалению, вы и ах. Прощай, Спарки. Жаль, жаль. Это мы его из рабства выкупили, он так по-глупому сдох. Ну, ладно, что поделать. Не впервые мы несем потери. Так, давайте, трупешники, не забудьте только. Серьезно, вы собираете цветы, когда трупешники гниют, лежат? Ребят, ну, ненормально. Так, почините, да ты молодец. Трупешники соберите, говорю. А этого еще и лучше раздеть, потому что у него броник есть. Так, сколько у нас всего осталось? Три. Так, подождите, 6. 9 человек. Эх, ну ладно. 9 так 9. Так, все трубежники надо забрать, ребятки, потому что, блин, дверь-то не закрывается. Пока там трубежник-то лежит. Ясно. Спарки так никто и не забрал. Обидно, обидно. А он вас другом считал, между прочим. Так, полностью исцелен Бен. Замечательно. Это, конечно же, радует. Так, давайте, собирайте. Мы тогда направимся за сталью. Что там уже? А, там строят еще. Все, спарки забрали. Что с настроением? Что не так? Спал на холоде, хатками. А что спал на холоде? Странненько. Так, давайте этот кондишн вообще вырубим тогда. Пусть он чисто для виду будет.
Так, тут Певчанский распевает. Вы что, охренели? Алкаши. Так, пол застелили почти. Это есть. Да, надо направляться за сталью. Так, что с дверью? Так, заберите этот пистолет кто-то. Так, кто там у нас не вооружен был? Жаловался, точнее, на то, что он не вооружен. Криста с пистолетом. Ладно. Надеюсь, заберут. Не пропадет. Давай, у кого там пистолет был? Вот у тебя пистолет, иди и... перенеси пистолетик, чтобы он там не мешал. О, молодец. Так, хорошо, продолжаем долбить тогда наш вот это... недо... недожилки. Давайте, бегите, долбите. Как у нас тут в тему дерево выросло, а? Все это вы так активно подолбили, типа? Я понял, все, идите спать. Так, Singer's Hill проходит мимо. Фракции Singer's Hill — это наши единственные друзья. Окей. Лучше так, чем совсем никак, ведь правильно? Так, тут у нас уже полностью забито все, нам надо это продавать. Ребятки. Да, неприятная ситуация. Так, что-то все сильно много отдыхают, мне кажется. Так, у нас же леди вообще не приспособлены. Так, работай. Развлекайся. Все просто. Так, животные, идите. А то сейчас голоду сдохнут сейчас. Кстати, это, по-моему, было близко. Да, это было близко. Поглощает картофель. Он его даже не ест, он его поглощает. Так, долбите, долбите, долбите. Конечно же, нам пригодится. Что-то они как-то слабенько долбят, на самом деле. Да, хиленькие, хиленькие ребята. Нам нужно тогда заняться каким-то гиперпроизводством. Отличненько, Салта мы зарекрутили. Так, что там из себя представляешь? Горное дело, исследование. Не самый худший вариант, да. Так, по поводу одежки, ты у нас будешь воркером. По поводу твоих работ, давай флик, Варден Кук. Так, Хантера сильно хочешь. Тут ничего тогда делать не будешь. И будешь майнить просто злостно. Злостно майнить. Хорошо, хорошо. Так, твой распорядок дня абсолютно такой же, как и у всех других. Все, погнал. Пододенься. Так, я там всем, кстати, одежду поднакинул, да, вроде всем. Так, что уже не так? Гора? А, Гора не развлекался совсем, я так понял. Так, где наш новый рекрут, Салт? Куда ты там бежишь? Бежишь? Возьми оружечку, оружечку. Все такое сомнительного качества. Будешь дробашом у нас. Будешь самым жестким. Так, ты неправильную кровать выбрал. Вот серьезно. Или эти все заняты? Нет, не заняты. Назначить кровать. Салт. Все, иди спи на свою кровать, не выпендрись. Золотишко, золотишко. Можем или продать, или что-то с него склепать. Ну вот в чем вопрос. Но мы, кстати, до сих пор не можем никак продать нашу огромную статую. Деревянную, правда. Все никак не придут к нам нужные ребята. Так, а с ловушками обидно, конечно, получилось. Я даже сказал совсем не то, что я хотел.
Так, визитеры. Purple Rock меня не интересует. Так, долбите дальше тогда. Сталь. Она нам от этого меньше не нужна. Так, корабельный компьютер закончен, да? Давайте тогда реактор изучайте. Чё вы думали? Все так просто? Давайте вообще посмотрим, что там надо для этих всех вещей. Корабль. Ядро и... 800 стали. Так, тут 200 пластали, 400 стали. Да, нехило так. Ну ладно, пока нам еще рано корабль строить. Мы еще даже четвертью этих ресурсов не владеем. Так, ты вот это вот прекрати, наверное. Хотя ладно, ладно, продолжаем. Мы еще будем вот эти все райончики переделывать. Так, пусть проходят. Обвал какой-то произошел. Ага, ну это не такой страшный обвал, как я думал. Так, вот это все раздолбите и вот это раздолбите. Соберем всю возможную сталь в этой стороне. Боже, сколько тут животных, вы посмотрите просто. Ужас какой-то. Че уже такое? Иди спи, Гора, иди лучше спи. А то ты сейчас еще убивать начнешь. Так, что вы тут делаете? Бездельники, а? Торговец экзотикой. Кстати, кстати, Гора, подъем. Сейчас мы ему впарим. Впарим свою статую за 300. Серьезно. Да, я больше вас ожидал от этой статуи. Мы можем получить 600 за золото. Нам, кстати, по-моему, золото не надо при постройке корабля. Так, это все нахрен, 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 нахрен. Все полностью, все, все, все. Дальше смотрим по качеству. Отвратительно, ужасное, плохое. Среднее оставляем. Неплохое, плохое, нафиг. Среднее, неплохое. Ужасное, это не наше. Среднее, среднее. Ну, в принципе, вот это я бы тоже еще продал. О, давайте броник оставим. Собачек у них нет. Этого у них нет. Так, нога есть. Простой протез ноги. Восстановление, рыночная стоимость. Эффективность части тела 85%. То есть это не 100% замена ноги. Даже не знаю. Силовый коготь. Ну, давайте возьмем, наверное. Давайте приобретем протез. Где там наш Гора? У Горы там, по-моему, совсем беда, да? С ногой. У него плохо. Это 50%. Мы ему сделаем 85%. Левая... А, у него тут шрам. Еще и в придачу отстрелена ступня. Хорошо. Операции. Добавить задание. Установить простой протез левой ноги. Нет доступных медкроватей. Вообще не вопрос. Опа, и есть. Видите, как все просто. Так, только где там Гора? Не испугался операции? Иди ложись на койку. А, он лег так типа? Или он спать лег? Так, или надо именно медицинская койка? Специально это кроватище. Надеюсь, что нет. А, его уже режут. Вот так вот все просто. Обезболивающее. Куча крови брыщет. Так, хирургический порез. Ну, это все лечить можно. Простой протез ноги есть. Манипуляция 67 ослаблена. Все, отлично. Он скоро теперь прям летает. Птенец. Все, хирургический порез ему залечили. Да, неплохо. Неплохо получается. В целом неплохо. Гора будет жить. И всего лишь за 3 собачей. Это очень даже неплохо, кстати. Так, с тобой что уже не так? Тоже не развлекайся. Очень зря, очень зря. Так, вы там выдолбили? Все, отлично. Собрали всю сталь. А, нет, еще один кусочек остался добить. Но в целом неплохо. Так, Гора, живи. Все хорошо у тебя. Так, ужасное настроение X2. Почему? Что такое? Что такое? Что тебе не так? Не хватает развлечений в фильме Bad Little Pain. Спал на холоде. Чего ты спишь на холоде, ты мне расскажи. Вот. 14 градусов по-твоему холод? Так, сломлен. А, он не сломлен, он набухался. Но пишет, что сломлен.
Подозревашка, подозревашка. Давайте включим тогда батареи, если вам так холодно спать здесь, несчастные мои. Так, Томас перестал пить, но у него ужасное настроение. Ничего, сейчас поспит, отойдет. У него же есть расписание, правильно? Да, у всех есть расписание. Все нормально, чего вы это... Кипиш, че лишь не поднимаете. Так, парнишка, ну теперь ты остался. Че ты тут мнешься? Давай уже, рекрутся. Собственно. Так, они там насобирали ткани. 143 есть. Ну, в принципе... Давайте эту сделаем медпалатой, так сказать. Покрытие здесь будет у нас зелененькое. Так, что произошло? Не смогли заехать. Окей. Так, это мы сколько потратили? А, это мы все и потратили. А, там заново собирают. Там поросла новая ткань. Ой, как замечательно. Так, что-то прилетело сейчас. Давайте все по очереди, ребятки. Все по очереди. Так, прилетело у нас мясо. Чем бы не забрать, 60 единиц мяса. Ой, у нас растительной пищи вообще нет. Так, у нас вообще есть что жрать? У нас есть небольшие проблемы с едой. Сумасшедшее животное. Ты кто? Зайчик? Сумасшедший зайчонок. На ловушку давай. Ну что ж ты будешь делать? Минус зайчонок. Скажем так, был сумасшедший зайчонок, теперь нет сумасшедшего зайчонка. Так, кабана заохотить. Нет, черепаху трогать не надо, она, блин, скотина живучая. Так, кого тут еще можно заохотить? Че, прям некого? Че, кабанчика больше нет? Криста решила с этим делом не тянуть. Намахала кабана как надо. Так, ну у нас хоть мясо есть, это мы можем простые блюда делать. Так, еще что-то заземлилось. Сталь, вот это самое хорошее, наверное, заземление за последнее время. Так, вот у нас кабанейры есть, давайте их поназначаем. Массовое уничтожение кабанчика. С кабанчиком нехило мясо, по-моему, выпадает. Так, ну пока-пока хватит, думаю. Так, давайте в люльку. В люльчанский, так сказать. Да, жаль, конечно. Потеряли мы одну. О, оптовый. Хотя, в принципе, оптовый нам, по-моему, ничего не надо пока что отдавать. Продавать. Так, давай, доотдыхайся до конца. Все, иди на связь с оптовиками. Угу. Хмеля у нас нет. Серьезно? Только что ж было хреново туча хмеля. Ладненько. Так, певчанский забирайте. Собак нет. Курица. Курица нам не надо. А кукуруза нам тоже. Ваша не надо. Мы свою сейчас нарастим. Хреновую тучу. Так, человеческая кожа забирайте. Кожу бумалупа этого тоже забирайте. Да, в общем, всю кожу забирайте. Нахрен нам не надо. Только забивает нам... Забивает наш склад. Так, нам оружейник нужен, чтобы продать это все ближнее оружие хреновое, которое нам вообще не интересно. Что это было? А, это у нас снайпер решил пострелять. Я понял. Ну, лучше так, чем никак. Друг друга не поубивайте. Стрельба на уровне. Идите спать, ребята, это сильно мучительно. Так, у нас 1200 единиц человеческого мяса. Нам срочно нужно это продать. Очень срочно. Прямо вот капец, в смысле, стоп, а где маяк? Я чё-то маяк не вижу. Тут что, маяк пропал? А ну-ка, подождите.
Почему тут нет маяка? То есть вы... Бляха-муха. Так, я понял. Так, ставьте маяк. Вот так вот. У нас какого-то черта пропал маяк. Ясно, понятно. А я думаю, почему я не могу оптовикам продать человеческое мясо? Чё с ним не так? Так, оптовики хоть не улетели еще? Бля, они сейчас улетят. Тогда, Бен, давай, подъем. Работай на торговом маяку. Давай. Ты там не убегай. Так, тебе гора, подъем. Да, я был прав, абсолютно. Попец это мясо. Прощай. Все, а я что думаю, блин, маяк же должен был быть там. И мясо мы должны якобы продать. Так, у нас мало пищи. Да нормально у нас пищи, не надо тут рассказывать. Сейчас мы еще наделаем всякого добра. И будем жить, поживать, добра наживать. Давайте даже возьмем прям приказом охотиться. И все, что вот рядом здесь бегает, сразу в кашу. И немножко вот этого мини-заповедника нашего заденем. Все, охотники наши вперед. У вас куча работы. Так, у нас 6500, почти 7000 у нас. У нас 7000 серебра. Отлично, вы все-таки пострелили. Иди лечись, несчастный. Охотники, блин. Мать вашу. Вот, торговец оружием. Гора, ты где? Горчик. Гора, я так понял, пошел стрелять тоже, да? Так, давайте найдем быстренько гору. Так, какой хлопок? Ой, так. Белка, фармер, драчун, Геннадий, Салт, леди. Гора. Хрена ты там забыл? Расскажи мне. Иди общайся с торгашами. Давай. Думаешь, новая нога, так все? Разбегался тут сразу. Черепахи, походу, вообще пофиг. Так, отличненько. Дробовик нафиг. Это нафиг. Коктейли Молотова туда же. Пилум туда же. Так, вот эти всякие ножи-мечи. Ой-ой-ой, какая хорошая. Из урана по 124. Ой, 200, ой. Еще нехилый прилив бабла. Давайте, пистолетик я, наверное, оставлю. Еще бабла. Нам только из-за бабла, по-моему, склад надо будет расширять. Это ужас. Кого мы понабирали, блин, хантерами? Так, хантер. Ладно, они вроде как быстро растущие хантеры. Идите лечитесь, несчастные. Это реально страшно выглядит. Меткость, уровень просто вообще неописуемый. Ну ладно, зато у нас запас мяса теперь будет. Какой-никакой. Хоть жрать будет, чё. Хотя очень странно, на самом деле. Картофанчик сейчас должен подрасти. У нас будет просто хреново туча еды. Так, кто там порыгивает? Кому не это? Нехорошо. Так, вообще, ребятки, надо убрать. Потому что у нас тупо вся база засранная. И это я еще мягко говорю. Мягенько-примягенько. Так, черепашку разобрал. Кролика разобрал. Ой-ой-ой, пошли убийства опять массовые. Ничего себе, вы даже кого-то убили? Ничего себе. Да. Это и правда плачевно. Так, 80%. Картофанчик скоро вырастет. Скоро у нас будет нехилый запас еды. Правда, я не знаю, надолго ли, но он точно будет. Так, порезали мяско еще. Давай еще. Да, наготовили блюд. Давайте, наверное, мы, так как у нас проблемки небольшие, мы вкусные блюда готовить не будем. Мы будем готовить только простые блюда, они поэкономнее будут немножко.
Пират Мерчант. Так, беги. Беги, Лола. Это спина, мы этого можем продать, кстати. Можем его продать. Хорошо, что у нас взамен тут есть? Наоми. Наоми как персонаж так себе, как стрелок неплохая. Но это все ее заслуги. Дальше, Бико. Бико по здоровью, ослабленная кисть. Это не страшно. А вот это уже интересно. Вот это уже интересно. Так, трудолюбие, нерастение, большой ум. Уход, общение. Но это не смертельно. Так, ты у нас что? Тоже неплохо, тоже неплохо. Врач неплохой, фермер. Нам, кстати, фермера как раз и нужны. Так что, ребятки, добро пожаловать в команду. Так, добро пожаловать в команду. Так, ты у нас который стрелок, да? Бико, Брен Бико. Это она еще, оказывается, да? Ладно, пусть и остается Бико. Давайте сразу определимся. Бико боец, ты воркер. Правильно я понимаю? Бола. Ты, да, ты у нас полный воркер, причем вот вообще во всех аспектах и смыслах. Так, это есть, это есть, это есть. Что вам еще? Одежда намечена, это намечено. Давайте посмотрим по вашим характеристикам. Так, у нас прям все такие хантеры, прям аж страшно. Так, майнить будешь, раз желание есть. Смит, ну пусть будет. Сомневаюсь, конечно, пригодится, но пусть будет. Нам главное, чтобы у нас вы как фармеры работали. Поехали. Так, кровати давайте я вам выберу. Так, сюда Бико. Сюда Болу. Все. Если что, спать вам есть где. Все у вас замечательно. Так, это у нас уже в общей сумме. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12 человек. Ну, это уже приличная колония, я вам скажу. Это вам уже не шуточки. Так, картофанчик там как? Возможно, даже... Нет, сегодня он точно не вырастет за один день. А вот через день... Так, у кого плохое настроение? Понятно, уже ни у кого. Так, охотник без оружия. Бола, бери пестоль. Чё ты? Не стесняйся. Бери пестоль. Так, ну, надежда, надежда есть, конечно же, на картофанчик. Потому что так у нас и правда еды немного. Так, певчанский. Аккуратно, аккуратно с певчанским, господа. Опасная штукенция, я вам скажу. Почему бездельничают? Так, кто дебошир? Ты дебошир у нас, оказывается? Ути-пути. Ты смотри, к чему мы докатились. С дебоширами общаемся. Так, хорошо. С певчанским мы пока паузу сделаем. Денег у нас и так достаточно. А вот с едой... С едой у нас проблем тосики, поэтому давайте. Мегафермеры наши. Хреначьте. Кстати, с этим та же самая история. Меняем. Давайте, наверное, клубничку посадим. Да, давайте клубничку. Здесь будет куча картофана и клубничка. Потому что нам это все не так уж смертельно нужно. С учетом, что у нас еще 200 тканей есть. Рейдик. Ой-ой-ой, вот это неприятный рейд. Это на самом деле нехорошо. Если они не пройдут по ловушкам, то мы, скорее всего, получим люлей. Вот как-то так это работает. Так, ну снайпер к нам придет быстрее, да? Давайте, ребятки, собираемся. Гора сюда. Гена сюда. Драчун, сиди, спи. Так, ты сюда. Криста сюда. Ты сюда. Салт. Тебя надо как-то вот сюда, наверное, впихнуть. Так, Бола. Тоже где-то тут впихнись. Вот сюда, наверное. Леди, вот сюда становись. Бико, а у тебя нет оружия? А, ты же у нас не военизированная, поэтому фиг с тобой. Бен, Бен, вот сюда. Ой, бы она по ловушкам лишь бы прошлась. Хорош, малорик. Давайте дождемся этого ползуна.
Это очень... Ой, у него миниган. Ой-ой-ой-ой, это очень нехорошо. Это будет очень нехорошо, если он к нам придет. Ну, в упор подойдет. Давай топай, мои уже все устали тебя ждать. Собака, куда ты пошла, блин? Ай-яй-яй, тупое животное. Назад. Так, мне пофиг на ваше настроение. Крепитесь. К вам тут ползет хрень. Огромных размеров. Два есть. Хорошо. Нет-нет-нет, он не пошел. Так, вот это уже плохо. И три. Он оттуда будет стрелять, вы что, серьезно? Да ладненько. Так, намек в принципе понятен. Так, те, что ближнего боя, отмена. 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 Так, ты нам нужен. Ты отмена. Нет-нет-нет, ребятки, вы не поняли. Отмена подразумевает под собой, что вы не суете сейчас вообще. Даже не хоум. Так, Area 1 у нас где? Вот в Area 1. Сейчас только давайте усовершенствуем Area 1 немножко. Нет, вот сейф, сейф, сейф. Немножечко усовершенствуем ее. Вот так. Вот так. Все, теперь все, кто не в бою, идут на зону сейф. Так, ты не достреливаешь, ты тоже иди отсюда. Так, вы что не стреляете? Что, не дотягиваетесь? Обидненько. Давайте сюда отойдите буквально и будете дотягиваться. И никто не попал. А-да-да. О, молодцы. Давайте еще. Еще. Ну же. Хорош. Что там у нее по ранениям? Ну нормально, все уже. Еще попали. Давайте, ребятки, я вас верю. Хорош. Еще чуть-чуть. Ну. Но по турели она даже почти не попадает, я так понимаю. Она вообще не попадает по турели. Замечательно. Стеночки все-таки работают. Ну же. Совсем чуть-чуть осталось. Боже, оно все дырявое полностью, да? Пятое кольцо отстрелили. Скопыться уже. Хорошо. Так, у них со строением реально беда, потому что они на месте постоянно. Уже целый день воюют. Крепитесь, ребятки. Так, где там уже все поприбирали, наверное, да? Поперезаривали. Так, вы, ребятки, свободны, вы косы. Так, у тебя что по требованиям? Так, ну вы еще стойте. На вас еще есть надежда. Слава богу, отлично, справились. Изнеможение, все, отмена. С изнеможением... Миниган можем забрать? Ути-пути. Вот это интересно. Так, все ловушки перезаряжаем. Освобождаем всех, собственно, территориально. Погнали. Все в работу, давайте, 3, 2, 1. Или что, вы хотите продолжить бездельничать? Так, отлично. Фермеры сразу в бой, эти сразу чинить. Все хорошо. Выдержали, так сказать, атаку механоидов. Так, было, как сказать. В смысле? Обвал? Где произошел обвал? Бола, где находится Бола вообще? Бола, где ты лазишь? А, он, я понял, от усталости он упал. Ну ничего страшного.
Ловушку попала, понятно. Ой, ребятки, я опять заигрался, поэтому давайте, наверное, сделаем небольшую с вами паузу. Спасибо вам большое за просмотр, не забывайте ставить лайк. Если же это видео понравилось, не забывайте подписаться на канал. А мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Удачи!